Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В общем, суть вопроса заключается в том, что автор, значит, не ценил свою жену, отношения с ней у него были плохими, вот, не давал нужного тепла, заботы ей. У него было чувство, что хочется уйти самому, вот, но он узнал о том, что его супруга, значит, ну, начала проявлять симпатию к другому мужчине. И после этого чувства у автора вопроса к жене вернулись, появились, ему стало хотеться вновь что-то к ней проявлять, что-то для нее делать, разговаривать. Вот, автор вопроса пишет, что его к ней тянет, вот, и, соответственно, значит, спрашивает он, как быть, пытаться ли дальше ее завоевать, или это так не работает. Вот, ну, смотрите, во-первых, да, завоевание не работает, потому что вы ее, может быть, и завоюете, только вот, когда придет время, вот, то, в общем и целом, ваши проблемы опять возникнут, потому что они никуда не делись. Что здесь главное? Это то, что как вы воспринимаете свою жену, вот, то, как вы ее видите, то, как вы к ней относитесь, и, на мой взгляд, к ней вы относитесь как к чему-то, что принадлежит вам. То есть это вот чувство принадлежности вам, вашей жены. Пока вам казалось, что она вам принадлежит, вот, ну, у вас к ней чувств как таковых, да, вероятно, не было. Ну, то есть, они охватили. Когда вы поняли, что она вам не принадлежит, чувства появились. Здесь очень важно увидеть следующее. То, что вы к самому себе относитесь таким же образом. Так же. То есть вы в той или иной степени самого себя также обесцениваете и сводите свою роль к ну, такой же материальной ценности. Вероятно, к роли мужской, чисто мужской, или к роли мужа, чисто мужа. В любом случае, у вас с вашей супругой проблема. И эти проблемы нужно решать. То, что вы как-то, ну, захотели ее вернуть, да, и то, что ваши чувства к ней проявились,
Вот. Это, конечно, хорошо. То есть это здорово, что ваши чувства проявили себя. Но только важно понимать, что лежит в основе вашей тяги к супруге своей. Это очень важно увидеть. Потому что до тех пор, пока вы не идентифицируете в полной мере свои чувства, ваше поведение и ощущения будут зависеть от внешних факторов. То есть, ну, вот, в принципе, то, что вы описали. Вот. И, соответственно, ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Поэтому я думаю, что разобраться вначале вам нужно в себе самом, и начать нужно, собственно, сначала того, что у вас не было желания давать своей супруге тепло, заботу. Вот. И это не случайно. То есть вы потеряли к ней интерес. Вы хотели уйти от нее. А честно сказать, вот честно сказать, первая моя мысль, которая была, когда я поисследовал ваш текст, была в том, что, возможно, между вами и вашей супругой как бы отсутствуют личные границы. Вот. То есть вы их не чувствуете, эти личные границы. И, само собой, вам то сложно с ней. То есть вы как бы, ну, тяготеете к ней, то у вас от нее как-то вот отстраняет, отдаляет и так далее. Я думаю, что разобраться с тем, вот, что именно и как
вы к своей супруге чувствуете? Да? Ну, поисследовать этот аспект, вот. Можно будет, конечно, посредством индивидуальной работы. Я думаю, что если личные границы между вами и вашей супругой также будут размыты, как сейчас, проблемы, естественно, повторятся. Для того, чтобы увидеть, есть ли вот проблематика, в личных границах между вами и вашей женой, постарайтесь, пожалуйста, отследить направленность ваших чувств к ней. В чем сейчас вы заинтересованы? В ее контексте. Чего вам сейчас хочется в её контексте? Когда вы думаете о своей жене, или если мы говорим о том, что вы как-то представляете свои отношения с супругой, не обязательно даже с вашей вот настоящей женщиной, с которой вы сейчас в отношениях, а просто, да? Вот, когда это происходит, какими вам видятся эти отношения? Как они вам видятся, эти отношения? Какими они вам видятся? Это, пожалуй, очень такой важный момент, вот. На мой взгляд, потому что, собственно, здесь и вскроются возможные проблемы, которые, ну, так или иначе есть. Или могут быть в дальнейшем. Вот. Завоевывать женщину, да и вообще любого человека, на мой взгляд, не самая лучшая идея, потому что человек не приз и не предмет, чтобы его завоевывать. И что самое главное, после того, как вы завоюете, интерес снова пропадет. Поэтому я не рекомендую вам именно завоевывать человека. Если хочется что-то делать для нее, то есть если вы хотите, ну, какие-то действия по отношению к ней совершать
совершайте на здоровье. Если вам этого хочется. Но делать это нужно только при условии, если вы действительно это делаете для нее, не рассчитывая на то, что вы можете что-то получить взамен. Что-то получить. Ну, вы можете ничего не получить взамен. К сожалению. Вот. Это неприятно, да, но вот. Это вполне реалистично. Да. Вполне реально, как мне кажется. Такая вот. Такой момент, такое развитие событий. Да, это неприятно. Приятно, безусловно. Вот, но будет лучше, если вы, сейчас вот для себя это тоже увидите. Вот, вот, пожалуй, такой ответ я бы хотел вам дать сейчас. Ну и повторюсь, что проблема, которая появилась раньше, никуда не ушла. Проблема осталась. Вот. И наша задача заключается в том, чтобы ее выявить. Возможно, это какое-то ваше собственное противоречие. Возможно, ваш какой-то собственный конфликт. Возможно, вы со своей женой столкнулись с недопониманием и прочее. Тут нужно смотреть, конечно. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.